В сети интернет начал работу информационный портал, посвященный Дню города Чебоксары. Сайт поможет жителям и гостям столицы разобраться во всем многообразии событий предстоящего праздника. День города Чебоксары в этом году пройдет 21 августа, но большинство конкурсов, фестивалей и творческих проектов будут проводиться в течение нескольких недель в парках, скверах, стадионах, на площадях. Впервые в сквере Чапаева пройдет праздник, посвященный легендарному комдиву Василию Ивановичу Чапаеву. Отсюда же в 22:00 стартует ночной велопробег. Добраться на праздник можно будет в экскурсионном троллейбусе. Зрелищными мероприятиями станут открытый чемпионат города по кроссфиту и всероссийский конкурс красоты «Мисс Туризм России 2016. Подарком для чебоксарцев День города станет концерт звезды российской эстрады Олега Газманова. А завершится 547-й день рождения лучшего города праздничным фейерверком и дискотекой. Самая полная программа праздника на новом портале www.chebaksara547.ru.